Вот мы немножко повеселились, и сейчас будет довольно серьезная информация, друзья. Она будет относительно детальная, и прошу вас немножко, может быть, позаписывать. Причем записывайте уже не на бумаге, да, это не в тренде, да, записываем уже на чем? На айпадах, на планшетах и на прочих, с позволения сказать, гаджетах, да? Прежде чем я начну вам рассказывать об интернет-проекте, пусть меня ругает Марта, я, может быть, даже выйду немножко из-за своего регламента, но я хочу сделать отдельный промоушен Зебревым, которые только что выступали. Они очень симпатичная пара. Помимо этого, я побывал на их пати. Это было на Алтае, и у меня было счастье и удовольствие побывать на их пати. И я, честно говоря, извините за выражение, офигел. В хорошем смысле. Потому что было крайне интересно, крайне познавательно, и хотелось покупать эту продукцию нашу. Потому что все мы тусуем людей, да, все мы проводим мероприятия, и на одно, и второе, но все же в деталях. Все в деталях. Как ты, что ты говоришь человеку, как ты раскладываешь эту продукцию, да, как там девочки одеты тематически и так далее. Вот у них этого очень много. Поэтому я всем рекомендую обратить внимание на их наработки и постараться по максимуму у них это все дело перенять. Кроме этого, у них есть движение Кузбасс-Рубин, у движения есть логотип, гимн и многие другие атрибуты. Поэтому они так успешно растут, помимо того, что они просто симпатичные молодые люди. Спасибо вам, ребята. Да? Обратите на них внимание, пожалуйста. А теперь уже, собственно, переходим к интернет-проекту. Начнем немножко издалека. Как мы развиваем бизнес и закрываем новые звания сегодня? Конечно же, через принципиальные основополагающие активности, такие как рекрутирование и развитие лидеров и продажи. Все мы понимаем, что в нашей индустрии без входящего потока большого количества людей ничего не получается. Согласны? Где мы берем новых людей? Как и всегда, через теплые контакты и через холодные контакты. Где у нас берутся люди в наших теплых контактах? Это, конечно же, старый добрый список знакомых, это рекомендации, и онлайн потихонечку дает нам источники теплых контактов. Где у нас холодные контакты? У каждого по-разному, но в основном это объявления, это работа в городе, опросы, промостойки, торговые центры и опять-таки онлайн. Онлайн фигурирует и там, друзья. Какой бывает онлайн? Онлайн бывает теплый, прохладный и совсем холодный. Теплый онлайн – это ваши друзья и знакомые, с которыми вы переписываетесь по имейлу, с которыми вы находитесь в друзьях в социальных сетях и так далее. Прохладные – это рекомендации, форумы, посещение блогов и так далее. Ну и холодные – это, конечно, люди, которых вы не знаете, друзья друзей. Очень важно понимать, что в онлайне, в этой другой виртуальной реальности действуют все те же принципы, которые действуют, как сейчас говорят, в реале. Да? Все практически то же самое, только выглядит оно немножко по-другому. И, как Естер сегодня уже говорил, онлайн, интернет – это один из важнейших трех трендов, по которым развивается индустрия прямых продаж сегодня во всем мире. Да? Важнейшая вещь, за которой будущее. И мы понимаем, что онлайн в будущем и есть отчасти неограниченным источником новых контактов. Поэтому как к этому подобраться? Как все успеть? Какими методами работать? Как правильно приоритизировать и не тратить время попусту, друзья? Мы сегодня вам хотим презентовать два проекта. Сразу хочу всех предупредить, друзья, что по окончании моей презентации у вас останется много вопросов. И это нормально, потому что вещи детальные, вещи новые, но не волнуйтесь, потому что последний слайд моей презентации, там будет информация о том, где вы сможете получить
интересующую вас детальную информацию. Хорошо? Сейчас моя задача дать вам общее представление о наших интернет-инициативах. Две вещи я сегодня расскажу. Первая, она называется геокаталог. Вторая, это новый интернет-сайт. Итак, первая вещь, первый проект называется геокаталог. Объясняя простыми словами, это такой же каталог, только в электронном виде. Точка. Ничего более сложного, чем это. Да, у нас есть каталог, наш основной инструмент продаж. Он сейчас сделан из бумаги. Мы его даем клиентам и собираем заказы. Компания решила перевести этот бумажный каталог в электронный вид, чтобы вы могли этим делом пользоваться. Поэтому у вас будет возможность, будет инструмент, которым вы, онлайн-инструмент, да, с помощью которого вы сможете рассылать электронный каталог своим клиентам. Точно так же, как консультант раздает 5 каталогов в руки, точно так же можно, сидя за клавиатурой компьютера, раздавать электронный уже каталог. Таким образом, понимая, что онлайн безграничен, вы можете циркулировать этот каталог огромному количеству людей. Как эффективно использовать этот электронный каталог? Создаете свой именной каталог на нашем сайте, размещаете ссылочку в соцсетях. Наверняка большинство из вас имеет свои аккаунты и ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и так далее. Размещайте ссылочку на этот каталог, отправляйте всем своим друзьям по электронной почте, и таким образом они видят этот каталог только не бумажный, а электронный. Вы контактируете с человеком, он размещает заказ, и потом все происходит, как, собственно, происходит в реальности. Это очень интересный и эффективный инструмент, друзья. Таким образом, вы расширяете круг клиентов, которые впоследствии могут стать вашими консультантами. В Украине это дело работает, в России начинает работать с 19 августа, друзья. В других странах узнавайте у своего руководства. Хорошая новость или нет? Будете пользоваться электронной версией каталога. Полезная вещь или нет? Вот я со сцены вижу тех лидеров, которые работают в онлайн, да, то те хлопают как раз активнее всех, друзья. Мне кажется, что это очень хороший первый шаг для тех из нас, которые привыкли работать в офлайне, которые успешны в офлайне, которые знают, как рекрутировать, как показывать каталог. А здесь вы делаете этот первый робкий шаг в киберпространство, в онлайн. И показываете одним нажатием мышки наш каталог в электронном виде огромному количеству людей. Обещайте, что вы попробуете этот инструмент, друзья. Даже те, кто не очень дружит с интернетом. Обещаете или нет? Очень хорошо. Есть такое дело. То есть это был первый компонент нашей интернет-инициативы. А теперь слушаем второй компонент. Это называется новый интернет-сайт. В двух словах, что это такое? Это возможность консультанту компании открыть под эгидой Oriflame, под зонтиком Oriflame, свой интернет-магазин и продавать продукцию конечному покупателю по каталожной цене. Вот так. Это интересно или нет, друзья? Понимаешь, вот по уровню аплодисментов можно, в принципе, оценить количество онлайн-лидеров со сцены, друзья. Вот. Понимающие люди понимают. Я сейчас, вот в принципе-то и все, по большому счету, друзья. Это вот довольно просто звучит, да, и довольно фундаментально, но это огромные возможности дает вам. Мы запускаем новый сайт. И это позволит, друзья,
вам решить одну очень большую проблему. Потому что в онлайне преград для продажи нет никаких. Кроме, конечно же, одной, да? Это расстояние между... Расстояние реальное между консультантом и потребителем. Сейчас, благодаря этой возможности, благодаря этому проекту, мы решаем эту проблему. В двух словах это будет выглядеть так. Если вы находитесь в Хабаровске, а у вас родственник в Москве, родственник хочет просто как клиент, она еще не зарегистрирована, хочет просто как клиент купить нашу помаду по каталожной цене, да? Она заходит на сайт в Москве, размещает заказ, как в нормальном интернет-магазине, в вашем магазине, под зонтиком, под сайтом Oriflame, так? И получает домашнюю доставку этой продукции. Таким образом, мы решаем вопрос доставки, друзья. Это действительно уникальный инструмент. Вот это то, что, собственно, оно и будет. Теперь давайте я немножко детальнее все расскажу. Вы создаете, как это все происходит? Когда заработает проект, вы создаете ссылку, интернетную ссылку, все знают, что это такое, на свой магазин в разделе сайта компании. То есть, когда появится, я сейчас точную дату вам не могу сказать, но когда появится новый сайт компании, там будет возможность тем, кто хочет, создавать свои магазинчики. Так? Онлайновые виртуальные магазины. Скажите, кто покупал в интернете чего-то когда-то? Очень хорошо. То есть где-то у нас процентов, наверное, 70 покупал. Да? Вы знаете, о чем я говорю. Создается онлайн-магазин, и ссылку на этот онлайн-магазин, она принадлежит вам. И вы можете делиться, то есть рекламировать свой магазин, свой конкретный магазин в соцсетях. То есть рассказать об этом миру. У каждого, кто создает магазин, будет своя уникальная ссылка, да? И вы нажатием одной кнопочки, фух, и рассказали всему миру о том, что у вас есть свой магазинчик. Интересно? Интересно. Легко и доступно. Теперь дальше. Вы разместили свою ссылку. Клиент, то есть ваша родственница в Москве. Почему в Москве, я расскажу, друзья. Она увидела эту ссылочку, по ссылочке зашла к вам в магазин и увидела, что она может замечательно себе купить наш экологен, наш замечательный wellness, нашу тушь, да, по каталожной цене. Сделала заказ, компания ей осуществила домашнюю доставку и все. Вот так. То есть уже мы сделали этот огромный шаг, когда если вы находитесь на дистанции со своим клиентом, да, и не можете его обслуживать или ее, то сейчас компания вам в этом смысле очень сильно помогает. Вы не тратите время на то, чтобы организовать контакт человека с консультантом и многие другие вещи. Все происходит напрямую. Что это значит для вас, друзья? Во-первых, это новый инструмент рекрутирования, прежде всего. Потому что если у вас появился онлайн-клиент, это ваш онлайн-клиент, да, он принадлежит вам, и он прежде всего есть для вас материалом для рекрутирования. Хабаровский лидер может зарекрутировать свою родственницу в Москве, если, конечно, до сих пор этого не сделал. У вас есть неограниченное количество клиентов, потому что онлайн это, конечно же, необъятная масса людей, которые в онлайне сидят. И что еще очень важно, те из вас, кто разбирается в этом деле, понимают, что такое генерировать контент. Генерировать контент – это делать так, чтобы люди заходили на сайт. Это очень дорого стоит, потому что качественное содержание, когда это содержание, да? Качественное содержание сайта, которое делает так, что люди реально заходят туда посмотреть, а что написано про моду, про продукцию, про спорт, про здоровье и так далее, стоит очень дорого. Это пишут, сидят исследователи, профессионалы и так далее. Так вот, компания инвестирует в это, да? У нас есть уже команда людей, которые будут писать
содержание этого сайта, таким образом повышая рейтинг и помогая, продвигая как сам сайт, так и ссылки на него, друзья. Теперь, что это значит для, с точки зрения денег, друзья? Консультант, на чей сайт зашел человек и купил у него, получает полный балл бонуса и объем продаж, и получаете 10%. 18, а 10, друзья, 10% это много. То есть вы сидите дома, вы тыкнули, спасибо, вот вы правильно все поняли. Вы тыкнули мышкой, да, кликнули, правильно сказать, мышкой, не выходя из-за своего компьютера, да, человек получил, оплатил заказ, вы получаете уже 10%. Почему не больше? Потому что все-таки мы осуществляем домашнюю доставку человеку, да, и здесь, конечно, надо балансировать эти вещи. И что это значит для клиента? Для клиента это значит, что есть возможность покупать прямо в онлайне нашу продукцию. Если человек любит нашу продукцию, то согласитесь, гораздо интереснее, чтобы он покупал у нашего консультанта прежде всего, а не на веб-сайте, который называется oriflamefaberlic-avon.ru, да, где продается все. Знаете такие сайты? Знаете, да? Поэтому человек будет теперь покупать нашу продукцию в фирменном интернет-магазине консультанта Oriflame. А? Как вам такая тема? Сейчас. Я хочу сразу сказать, вопросов будет много. Нас здесь 2000. Я не смогу сейчас ответить на вопросы, но я вам покажу, где на них можно будет получить ответы. Договорились? Хорошо? Опять-таки, что это будет значить для клиента? Это будет бесплатная доставка при заказе от определенного уровня, да? В данном случае в России, я сейчас объясню, почему в России, это от 2000 рублей, и консультант сможет поучаствовать в программе, клиент сможет поучаствовать в программе лояльности. Да? Я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, что, например, участие клиента в программе лояльности, мы даем такую возможность, потому что он платит полную каталожную цену, да, чтобы заинтересовать клиента. И что касается реализации этого важного проекта, это действительно серьезное, так сказать, мероприятие со стороны компании, очень затратное, поэтому мы это начинаем с пилотного проекта. Справедливо? Мы не можем сразу охватить всех. То есть это будет от Москвы, да, собственно, Москвы и 30 километров за МКАДе, как говорят москвичи, да, мы это дело отработаем, то есть на москвичах потренируемся, да, и потихоньку будем открывать в городах и странах нашего региона. Когда конкретно, я знаю, что всем интересно, когда в моей стране все это появится, мы будем этот проект развивать до той степени, чтобы во всех странах в полной мере был этот сервис, была эта услуга. После Москвы мы пойдем в Питер, в следующем году есть планы по большим городам российским, да? В следующем году Украина и так далее, друзья. Да? Сейчас, на данный момент, я не могу вам с полной уверенностью дать график открытия стран. Но знайте, что мы будем открывать этот сервис поначалу в больших городах. Понимаете почему? Да? Потому что инфраструктура доставочная, прежде всего, развита сейчас в больших городах. То есть получается, возвращаясь немножко к примеру, о котором я говорил в самом начале, если вы живете в Хабаровске, да, то с момента начала нашего пилотного проекта можно будет уже свою родственницу в Москве обслуживать как клиента. Хорошо? Еще очень важно, спасибо. Еще очень важно, друзья, надо помнить, что нам важно, конечно же, прежде всего мы любим в меньшей степени клиентов, а в большей степени консультантов. И мы хотим иметь больше консультантов, чтобы они распространяли нашу продукцию, чтобы пополнялись ваши структуры и так далее. И система будет заточена так, чтобы было крайне легко
переводить человека из статуса клиента в консультанта. Интересно? Очень хорошо. Таким образом, подводя итог, могу сказать, что это крайне инновационный, крайне интересный, прежде всего, инструмент для рекрутирования и развития ваших структур. Онлайн – это, можно сказать, бездонный источник новых клиентов и новых консультантов. И мы совсем скоро дадим вам в руки инструмент, о котором вы всегда, я думаю, мечтали. Под эгидой компании, с помощью компании, с контентом, с содержанием, которое будет генерироваться, писаться специалистами компании, фирменно, да, брендовано, красиво, а не вы знаете как, да, все это можно будет увидеть сейчас в интернете, друзья. Теперь, если вы спросите, какие дальнейшие действия, вам надо продолжать набирать, обучать и мотивировать ваши команды так же, как и сегодня. Когда заработает проект, люди в Москве, друзья, хочу сказать, что это будет пилотный пока проект, да? В Москве можно будет открывать свой интернет-магазин. У нас будет обучающее детальное видео на сайте Reflame.ru. У нас будут вебинары, сотрудники будут детально все рассказывать. И у нас будет вот такой горячий имейл под названием «Запуск Reflame.ru», куда можно будет отправлять свои вопросы. И мне, конечно, становится немножко, ну, коленки трясутся, понимая, что вопросов будет очень много. Потому что штука новая. Да? Сейчас мы просто с вами здесь задели поверхность, вершину айсберга. Там действительно очень много интересной информации. Это сами слайды переключаются. Много интересной информации, нюансов. И настройтесь, что те, кто хочет в этом деле преуспеть, надо будет поучиться. Все готовы учиться, друзья, а? Да. Все хотят преуспеть в онлайн? Да. 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 Хорошо, хорошо. Теперь, вот важная штука. Мы будем проводить вебинары. Обучающие вебинары по этому проекту. 5, 6, 11 сентября. Сфотографируйте себе это дело. И ссылки и все технические нюансы будут переданы вашим соответствующим RSM-ам. Они вам в этом деле помогут. Вот такие дела. Загрузил вас немного или нет? Да. Интересная информация? Очень. Дорогие коллеги, заканчивая свою презентацию, это, собственно, вот оно и есть. Да? Это и есть эти проекты. Хочу подвести итог. Итак. О чем мы сегодня говорили? Мы говорили о том, что компания дает вам в руки два очень современных, интересных и потенциально, все от вас зависит, потенциально эффективных инструмента развития вашего бизнеса. Первый инструмент – это электронный каталог. То есть это просто не бумажный каталог, а каталог в электронном виде, который вы можете раздавать нажатием мышки. Да? Как это делать и все нюансы, все это можно будет увидеть в онлайне или же спросить у ОСМ. В России это начинается 19-го, в других странах ваше локальное руководство скажет, когда это начинается. И второе, это то, что мы в Москве начинаем в ближайшее время пилотный проект, который позволит нашим консультантам открывать под эгидой нашего корпоративного сайта oriflame.ru или, соответственно, в будущем в странах свои интернет-магазины, в которых клиенты, онлайн-клиенты смогут покупать продукцию по каталожной цене с доставкой. Объемы продаж, баллы бонуса будут идти консультанту, хозяину этого интернет-магазина. Точка. Спасибо за внимание, друзья. Успехов вам!